Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Я буду продолжать задание за растений, это понятное дело. И смотрите, я уже в серебряной лиге, и я хотел сегодня потратить 630 гемов на наборы, как и обещал. Ну что, начнем, пожалуй. Можно попробовать вначале отсюда вытянуть. Ух, надеюсь, нам повезет. Хоть что-нибудь прекрасное выпадет нам сегодня или нет. Шанс, конечно, маленький, но все-таки. Так, слушай, ну уже неплохо. Вот это не особо мне нравится. Окей. Так, стратегические колоды наши улучшились. Давай посмотрим. Конечно, 1000 хотелось бы. Это сразу 10 наборов. Ты представляешь? 10 наборов. Давай еще один наборчик с тобой откроем. Конечно, хочется открыть из другой, как бы, категории наборы, но это все-таки новинка, ребята. Нам нужны новые карты. Так, что у нас здесь? Котел. Так, 3 карты для зомби, да? Это все на зомби. Ох, ё-моё, это что у нас? Это, по-моему, Лего мне выпало, если я не ошибаюсь. Да, ребята, это легенда. Кокосовый король. Это для растений. Слушай, шикарно. Чтобы лего выпал. Знаешь, какой шанс выпадания леги? Я тебе сейчас покажу. Там все написано, ребята. Смотри внимательно. Легендарная 10%. 10. Крайне редко 30%. А лего, чтобы тебе досталось, 10%. Охереть можно, ребят. Ну это круто. Это круто. Ну что, попробуем, наверное, теперь вот с этого наборчика, да, открыть. И можно еще с зимнего набора. Кстати, здесь тоже не помешал бы. А тут, смотри, тут легендарка и герой. Герой может тебе выпасть, но 3% всего лишь шанс. Ой, руки мои чешутся. Ну что, давай посмотрим здесь, что выпадет нам из этого пака. А ну-ка, порадуй папочку. И... смотрим, необычные. Так, вот это, кстати, неплохая карта, но у меня они есть. Призраки есть. Вот это, кстати, неплохая карта. Это у нас безумие дает. А что это за карамелька? У меня была красная. А, зомби получает плюс 3, плюс 1. У меня есть такая же, только красненькая конфетка, то есть они разные. Так, тут что-то нам не очень с этого пака повезло. Давай посмотрим, что нам выпадет вот из этого. Ну-ка, пожалуйста, дай что-нибудь хорошее. Ну, пожалуйста, я умоляю, дай хорошее что-нибудь. Я эти гемы так копил с трудом. Слушай, ну, вот это вот, кстати, классно. Вот это классно. Так, что это? Вот это что такое? Генетический эксперимент. Начало приема получает +1, +1, если поблизости есть зомби. Слушай, ну, неплохо. Это мега редкая карта, между прочим. Угу. Слушай, нехило тут, ребята, куда он идет. Так, давай посмотрим, что у нас это. Ну, насколько я помню, это у нас корень ландшафта. Это, кстати, тоже солидно. Нанесение 2 единиц урона зомби на этой линии. То есть, ну, как бы проблематично ставить зомбаря сюда, да? А вот это что такое? Кофейная гуща. Растение здесь получает двойной удар. Опачки. Ну, эту карту я знаю, эту я знаю. Фасоль, эту я знаю. Слушай, ну вот здесь, тебе скажу честно, хорошо, хорошо выпало. Давай посмотрим теперь вот из этого пака, что мне может выпасть. А ну-ка, давай что-нибудь хорошее. Кукурузу хочу, ребят. Хочу кукурузу. Ну что, это редкий. Ага. Вау. Так, друзья мои, ну-ка давай-ка. А ведь я могу же заменить, так ведь? Слушай, почему это? Вот этого разве у меня всего не было? Ну, если написано новинка, 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 значит, не было. Абсолютно новые карты у меня. Хм. Так, это у нас арахис. 2-4. Команда. Команда — это хорошо, ребят. А это у нас болтун. При появлении зомби получает +2, +2, да? Типа диджей такой, чум-чум-чум, все дела. Это чувак с зомби, с газетой. При получении урона получает +4. Катаки, нифига. Кто этот в бачке у нас зомби? Профессионал бачка зомби. При появлении получает неуязвимость на время этого хода. Слушай, тоже имба. И сосиска, да, у нас?
Прочерк. А прочерк это у нас что? Задевает всех растений здесь и растения героя. А, то есть он простреливает полностью ряд. Гаргантюа, сюрприз. Так, надгробие. При появлении перемещает зомби. 5 энергии, да, стоит? Эксклюзивно редкий, написано было. Ну что же, я рад. И у нас с вами еще 100 гемов. Давай, наверное, попробуем все-таки на триасовый триумф бросить. А ну-ка. Давай, что-нибудь хорошее, пожалуйста. Давай, 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 давай. Не жмись, не жмись, пожалуйста, не жмись. Так, ага, мегаредкий, что это? Это что за мегаредкий у нас? Я хочу посмотреть. Солнечный удар, все растения получают способность прочерк на время этого хода, шаманство приема. Это что у нас получается? Крайне редкий, да? Вот это что такое? Затерянный Колизей, безумие, синтез. Здесь зомби получает плюс 2, плюс 3 и способность безумия. Ну, так себе. А это новое, да? Что он делает? Типичный росток баба. При использовании около лиственного растения шаманство лиственной карты. Ихе, бубнит. Ну, а эту грушу, ребята, я уже знаю. Грисша. Величать его. Ну что, потратили мы с вами гемчики. Я считаю, не зря, все хорошо. Я, в принципе, доволен. И мы с вами переходим на задание растений. У нас с вами последний уровень. Так, новое задание. Нанесите 20 единиц урона героям Капитаном Огоньком. Повысите силу растения до 6 единиц. Так, здесь у нас кто будет? Я не помню. И нам нужно с тобой выбрать другую, наверное. Капитан Огонек, да, нужен? По-моему, там Капитан Огонек. Было написано, что именно им мы должны с вами сыграть. Да где же ты, родной мой? Давай вот тут переключим. Вот, посмотрим колоду. Хочу изменить. Хочу изменить и глянуть кого, кто он. Ой, новинок у нас много. Что это такое? Что у нас за банан? При уничтожении все вытянутые вами бананы получает плюс один, плюс один. Ага, даже так. Окей, значит, мы с тобой что уберем? Блин, мне все жалко, мне все нужно. Так, уберем, наверное, росточек с тобой, да? Или не будем убирать? Вот это я, наверное, удалю. Так, поставим мы с тобой кого? Что у нас есть из новинок? Только наверху, да? Вот этот... А, во, а кто вот этот такой? Так, отпрыск динаредьки. Корень животного растения. Рев динозавра получает плюс один. А рев динозавра это использует эту способность при вытягивании карты. При вытягивании карты. Оу, кстати, вот это я возьму. Это я возьму. Ну и в принципе в этой колоде у нас больше ничего такого хорошего и нету. Да? Можем убрать удобрение с тобой и взять, например, вот эту карту. Да? Можем же? Можем. А нужно ли нам? Вот. Так. Удалим один добор с тобой, наверное, да? И возьмем вот этого. Банан, конечно, бы хотелось бы еще взять, если честно. Но вместо кого? Вместо кого? Кого мы можем с тобой убрать? Добор мне пригодится. Вот это вот, наверное, мы с тобой уберем. И банан один возьмем. Все, друзья мои. Так, а этот что у нас там делает, я уже забыл. Так, при игре растение сверху, оно получает плюс 2, плюс 2. Растение сверху, это для пенька хорошо, да? Ну что, ребята, давайте смотреть, сможем ли мы с вами одолеть босса. Потому что здесь будет босс, разгром. Я знаю, что они очень лютые, поэтому не обещаю, что с первой попытки у нас все с вами получится. Окей, орёт там как ненормальный. Так, давай мы с собой уберем бамбук. Да ладно, что специально так делаете мне, да? А он уже зомби выставил, прикинь. Ой, разгром крушит и мечет. Он начинает игру с плюс 5 единицами здоровья. Зомби с флагом и минус одной картой. Ага. Да ё-моё. У него, прикинь, 25 здоровья, у меня всего 20.
Так, ну что, погнали. Погнали, ребят. Сейчас будет уничтожать, да? Вот стопудово. Ну, конечно же, он будет уничтожать. У него все всегда есть. Он всегда, он молодец, ё-моё. А мы с тобой как эти. Как простофили, блин. Ну чё, ход зомби сейчас тут все будет заваливать нам. Давай я поставлю росток. И он сейчас и росток уничтожит, поверь мне. У него же все есть, не? Надо же, не стал. Так, что я тут получаю? Плюс 4. Ну это к атаке. Это к атаке, ребята. Сейчас. Ну, что у нас тут вылупилось? Получше-то ничего не могли дать, а? Растение получает 2 плюс 2. Это, конечно, все хорошо. Но мне нужно кого-то здесь посадить. Получает плюс 2 растение поблизости. Давай, давай. Ну-ка. Уничтожишь, нет? Ну, конечно же. И, конечно же, у него все есть. Давай, минус хотя бы так. У нас здоровье маловато. Меня это немножко огорчает. Так, мы можем с тобой вот этого ханорика убрать, судя по всему, да, ведь? Можем? Можем. А что он делает, кстати? А зомби стоит... А, на один меньше. Ха-ха. Понятно. Понятно. А мы теперь вот так вот сделаем с тобой. Ух! Двойная атака, не забывай. Угу. Раз. Два-с. Ну, сейчас он что-нибудь вытянет. Замечательное, да? 20 хп мы ему оставили. Ой-ой-ой, смотри, у нас что есть еще. Что-то он там мудрит. Что-то он там мудрит. Так, пока находится в руке, это все понятно. Давай, наверное, мы с тобой. Мы с тобой, знаешь, что сделаем? Вот так. И... Вот так. Хе-хе-хе. Растение получает плюс 4. Я не буду, ребят, рисковать, потому что мало ли у него там что в руке есть, и он сможет. Но ты видишь, что он делает? Опа. Упырь, ушлепок мелкий, а. Переместил. Специально, чтобы не получить урон. Ну, здесь зато получит. Так, двигаемся дальше. Ой, хорошо. Так, что он сейчас будет выставить? Нет. Нет, только не это. Так, смотри, а мне неким его контрить, ты понимаешь? Мне неким его контрить. Ставим с тобой вот так вот. Делаем усиление. Так, растение получает плюс 4. Плюс 4 вот это вот. Двойную атаку, если мы с тобой пропишем, будет кул. Если не пропишем, нас запинают с тобой, понимаешь? Сражение. Раз. Ну. Ну, как обычно. Как зомби получает 2 плюс 2. Все равно не пробьет. Не хватит у него мощей, ребята. Ух, наш последний шанс. Что он сейчас сделает? Что он там сейчас... Ну, естественно. Естественно, он будет блочить. Короче. Делаем с тобой вот так вот. Если он вот сейчас уберет мне вот этот цветок, мы сфейлимся. Я тебе сразу говорю. Так, он безумие вешает. Ну, это фигня, ребята. Безумие это... А, это подожди. Да, безумие это все-таки двойная атака. Ну, не повезло мне. Ладно, хорошо, мы переиграем сейчас. Блин, я никак не ожидал, что у него есть вот... Вот это вот все. Так, 10-10 геймов получили. Может, соточку еще накопим. Ладно, переиграем. Друзья мои, я не знаю, что мне сделать. Как мне справиться? В общем, уже не одну попытку я попытался сделать. Давай попробуем изменить. Посмотрим, что у нас есть. Может быть, конечно... Нам стоит взять вот этот вот грибочек, потому что есть некоторые персонажи, которые просто у меня не успевают выйти, как говорится, на стол. И вот я думаю, давай возьмем, наверное, мы с тобой вот это вот растенице добавим, да, у нас их две штуки. Плюс ко всему прочему я хочу взять вот это вот растение, да, этот грибок маленький. Этот грибок у меня есть, но почему-то в руку он мне не идет, понимаешь, не идет, хоть ты тут тресни. Кого мы можем с тобой убрать? Можно убрать капусту.
Ну, капусту мы оставим, наверное, да? Бананы, все это есть. Давай вот это вот, наверное, удалим. И возьмем вот этот вот маленький грибок. Три штуки. Ребят, поехали. Я не знаю по счету, какая попытка, но мы должны с вами наказать. Мы должны этого босса ушатать, этого разгрома. Иначе я не рейчик. Иначе я не рейчик, я его ушатаю. Так, значит, выбираем с тобой вот этот, наверное. Удобрения, я не знаю, нам нужны, не нужны. Наверное, мы заменим удобрения с тобой. Вот, это хорошо уже. И заменим с тобой вот этот абрикос. Слушай, ну, неплохо. Пока неплохо. Ой, мне еще и дали вот эту. Ой, разгром крушит и мечет. Он начинает игру с плюс 5 единиц здоровья, зомби с флагом и минус одной картой. Меня это нисколько не тешит, если честно. Погнали. Друзья мои, 3 единицы мы с вами наносим вот этому вот зомби. Чтобы, понимаешь, этот зомби дает минус 1 к энергии. То есть зомбари стоит, например, он единицу стоил, да, маны. Он будет 0 стоить. За 0 маны он просто может выставить его на стол. Так, ну а мы с тобой выставляем следующую карту. Так, он никого не стал выдвигать. И это найс. Посмотрим, сейчас, наверное, мне уничтожат это растение, да? Ну, понятно, понятно, понятно. Плюс безумие вешает на себя, да? Смотри, что творит, а. Смотри, что творит. Хорошо, мы с тобой посадим. Если успеем, конечно. А мы успеем. Так, сделаем вот это вот. И... пи-пи-пи-пи. А, это у нас грибы. Ладно, хорошо, давай так вот сделаем. Что он сейчас предпримет? Ну, этого понятно, он уничтожит. Окей, мы обменялись. Минус. У него 3 карты. У меня тоже 3. Окей, ставит зомби. Что мы можем себе позволить? Во. Сейчас, ребят, поборемся. Я его, в принципе, ушатаю сейчас. И мы еще и выживем с вами. Ну-ка. Ага, окей. Что он там взгрустнул? Я так понимаю. У нас есть с вами... Гаргантюа вышел. Блин, это плохо. Хорошо, давай сделаю вот так вот. Ух ты. Плюс... это у него безумие, да ведь? Он же сейчас 2 раза будет бомбить, по-моему, или нет? Да, 2 раза бомбит. Что мы с тобой дальше делаем? Броня. Но этого мы ушатаем. Это для нас не авторитет. Теперь ставим с тобой вот так вот. И еще наш маленький грибок. Ну-ка попробуем. Ребят, что у нас из этого выйдет? Да, конечно. Опа. Раз. О, что это у нас здесь выпало? А, +2, +2 растение, да, получает? Давай. Я хочу посмотреть просто, чем у нас это все дело закончится. Ход зомби, что он будет делать? Ничего. Давай вот так вот сделаем, наверное, да? Погнали. Так, переместить растение. Куда он его сейчас переместит? Он хочет мне нанести 5 единиц урона, верно? Верно. Вот сюда вот. Друзья мои, 5 здоровья у него всего лишь остается. Он... восполняет себе ХП, как мы видим. И у него становится 11 единиц. Так, у нас с вами появился грибок. Ах ты, смотри, что делает, а. Прикрывается, ребят. Он прикрывается. Что у нас вытянется? У нас вот так вот с вами получается, да? Значит, мы можем с тобой сделать вот так. И вот так. Погнали. Что там растение получает? Блин, он уничтожает меня, да? Мой маленький грибочек. Так, этого наказываем. Тут обмен. На. 10 хп у него остается. У него 10 хп, ход зомби, что он там выставит? Опять, он прикрывается. Ребят, он просто-напросто прикрывается. Мы сюда вот выставляем. И сделаем вот так вот.
Ух. Ух. Ну, ответочка. На, и добивочный. Да, ребята. Вот так вот мы с вами ушатали этого босса. Победа растений. Плюс 10 карточек. 100 сразу же. Отлично, я доволен. Вот так, вот в чем сила. Назовем это приемом ракушки. Приемом ракушки. Растение получает пояс, сумку и весь гардероб. Мы победили, короче, этого чувачка. И переходим на следующий, ребята, эпизод. Обучение в зомби-у. Обучение в зомби-у. Давай с тобой сыграем немножко другой колодой, да? Немножко даже другим героем. Я хочу, например, сыграть нашим горохом. Я хочу посмотреть, что у нас здесь есть новенького. Ага, вот это я, пожалуй, уберу. Возьму вот это вот. Добавим. Так, что еще нам здесь не нужно? Надгробие я, пожалуй, оставлю. Вот это вот можно удалить одного. И поставить. Так, а что он у нас делает? При использовании шаманства баба, который получает способность команды. Утилизировать. Что-то я ничего не понял, если честно. Ладно, я возьму, наверное, банан сюда. У меня заморозка есть, пенек, пенек. Зачем мне два пенька? Я не знаю, зачем мне два пенька здесь. Угу. Так, все вроде бы норм, все норм. Это есть, тут есть. Тыква, тыква у меня есть, хорошо. Грибочка этих два. Так, а у меня есть водоплавающий-то? Есть, да? Одна штука есть. Ну, давай тогда этого, наверное, добавим с тобой. Просто хочется посмотреть именно на всех персонажей. Давай, наверное, одного ледяного уберем с тобой и поставим вот этот вот боб фасоль. Ну что, поехали, попробуем. Команда, конечно, не очень такая, тебе скажем, сильная, да? Тем более против этого профессора Брейншторма. Новые сообщения от Безумного Дэйва. Тема: профессор мозговая атака. Вот и получай после этого высшее образование. Профессор мозговая атака не только промыл мозги всем в универе, он изобрел телепорт для зомби. Вот так вот. Этот хитрый жук, ребята, я вам серьезно говорю, придется немножко попыхтеть, прежде чем его разобрать. Поехали, да? Значит, мы вот это вот оставим с тобой. Удобрение, блин. Оставим так вот, все как есть у нас. Ну что, приступим потихоньку, да? Пока я ничего не буду тратить, это мне пригодится. Создает случайного зомби. Блин, ты что, специально что ли? Ага, еще и выбрал, да? Типа случайный зомби, конечно. Ага, давай, втирай мне случайный зомби. Началось, короче, началось. Че ты тут понатыкал-то мне, эй? Ну ладно, раз он... Давай я поставлю, наверное, вот так вот. Обмен с собой сделаем, да? Мне больше некого, ребят, ставить. Но у него, не забывай, тоже не очень-то много карт. У него всего две. Так, сыграть. Давай попробуем вот этого убрать. С флагом. Да ладно тебе, не того ты убрал мне. Так, а вот этот вот фасоль. Надгробие, блин, у меня... Давай я вот сюда поставлю, да? Да уберу я его, наверное, в конце концов. Нет. Нет, не хочу тратить. Там 5 единиц атаки, ребят, 5 единиц. Ну, естественно, он наносит 2 единицы урона. Карты у него нету, понимаешь? У него вот последняя карта. Нам как-то просто протянуть. Дожить. О, началось. Он вытягивает карты. Что выпадает мне? Усиление для растения. Это все не то. Так, ход зомби. Вот растений. Так, поехали, короче. Мы с тобой, у нас сколько? 4, да? Если я сделаю вот так и вот так. Только не надо говорить, что у тебя есть, даже чтобы этого уничтожить мне. Нет, он размещает просто астронавта. Окей, этого мы с тобой снесем. Этот усиляется, блин.
Окей. Минус. Так, 13 хп у нас, друзья. 13. Что мы можем с тобой сделать? Мы можем с тобой... Оу, пенек мне дали. Откуда он столько карт набрал? Ты мне вот объясни. Так, этого я уберу все-таки отсюда. Он достал. Не хотел я тратить, но вот пришлось, друзья мои, пришлось. Так, один. Да, один. И вот таким вот сделаем с тобой образом. Погнали. Он астронавт размещает, да? Но этого мы с тобой разберем. А этот все усиляется и усиляется. Это достал. Так. Окей. У нас всего 8 здоровья, ребят. Заморозка. Заморозку я приберегу. Зачем она мне сейчас нужна? Сейчас смысла ее нет тратить. Кого он там выставляет? Ага. Карту себе берет, да? Я так и понял. В общем, смотри. Предлагаю сделать... Сколько? Он 6 стоит. Он стоит 6. Сделаем с тобой так. Сделаем здесь заморозку. Я получаю фасольку. И вот таким вот образом мы с тобой усилимся. И прикроемся здесь. Ну что, посмотрим, что у него там. Да ты достал со своими зомбиями, космонавтами чертовыми. Так, уничтожаем. Здесь, ох. Так, у него карта. Вытяните две карты. Он делает добор. Он делает добор, друзья мои. И еще он... Блин, жестко. Жестко. Ход зомби, что он там делает? Да-да-да, он делает. Он делает, ребята. Хм. Давай добор. Давай добор. Тоже добор сделаем с тобой. Окей. Какому мы с тобой повысим, я не знаю. Так. Сюда, наверное, сделаем. А сюда сделаем, и все. Погнали. А почему он первый сейчас ходил? Все, тут, ребята, финиш. Я не понял, почему он сходил первый. С какого, блин, перепуга вообще? Нас тут, к сожалению, уничтожили. Ладно, хорошо. Не получилось нам сыграть нашим горохом, да? Выберем другую. Выберем с вами другую колоду. Вот так вот сделаем. Хочу посмотреть, что здесь мы с тобой можем добрать. Так, изменить, конечно же, изменить. И мне хотелось бы посмотреть. У нас, ну вот, смотри, у нас новых здесь растений просто тьма. Так, споры. Вот это вот, я не знаю, нужно, не нужно. Так, кабачок я, наверное, один уберу. И поставим с тобой вот это вот. Все, друзья, пора, пора. Солнышко, конечно, не скажу, что такое, знаешь, там супер-пупер элитное у меня. Но я думаю, что против вот этого зомби должен хорошо сыграть. Мозг-атака. Ну давай, мозг-атака. Так, вот этого я убираю однозначно сразу же. Меняю. Вот. Окей. Слушай, ну в принципе неплохо. В принципе неплохо, ребята. Ход зомби, ход растений. Я пока не буду здесь ничего тратить. Что там, подтанцовщика, да? Двух? Двух подтанцовщиков он вызвал. Окей. Так, это что у нас? Мы получаем плюс одну энергию до конца боя. Ха-ха. Иди отсюда, кукушка. Вот так вот. Окей. У нас, значит, получится сейчас у него 3 энергии, у нас будет 4, да? Я выставлю, наверное. Я выставлю. Так, хорошо. Ход зомби. Кого он сейчас будет? Вытаскивает карту. Ничего себе, он тут раздухарился. Так, подожди, вот этого вот уничтожаем. Я его помню прекрасно. И ставим сюда росточек. А росточек у нас должен, по идее, вырасти в нормальное, надеюсь, растение. Так, все зомби на земле получают минус один, минус один. Эти двое минус. Окей.
Что, сразу сгрузнулась, профессор, да? Да, я понял. Если растение отсюда наносит урон и выживает, герой получает столько же здоровья. Красота. Ой, красота, ребята. Ну что он сейчас будет делать? Он, естественно, размещает астронавта. Но мы его съедим, этого астронавта. Даже не поморщимся. Окей. Восстанавливаем себе здоровье. То есть мы будем с вами на позитиве практически всегда. Я выставлю сюда. И вот сюда. Посмотрим, что у нас отсюда вылупится. Профессор, а вы сдаете свои позиции? Вы в курсе? Ох. Ё-моё. Бронявый орех. Слушай, ну это вообще красота, друзья мои. Что? Коробку высунул, да, парень? Прочерк. Прочерк это пробивает всех, и зомби, и главного героя. Ну да. На-ка! Ну что, ребята, я вам могу сказать. Тут, по-моему, все предельно ясно, что профессор свое отгребает. Причем по-черному. И никто ему здесь... Давай сюда вот. Разольем лавушку, да? Пускай теперь поставит кого-нибудь здесь. Бомбим! На последнем хпшке. Вытягивай две карты. Тяни. Видишь, ребята, тут чистый рандом. Как повезет. Все. Сдулся. Атака мозг. И я доволен как удав, ребятушки. Потому что мы с вами все сделали правильно. Так, ну что, давайте, наверное, еще одну миссейку, да? Одну еще миссейку. Будем с вами дальше продолжать играть именно нашим солнышком. Выполнить миссию. И против бесячества. Вот это действительно, ребята, бесячество. Потому что он будет раскидывать очень много мелких... Очень много мелких зомби дешевых. Поэтому, блин, ну уж почему? Ладно, давай, приступим. Ну, что он там? Ничего не стал делать. Хорошо, тогда мы начнем. А он сейчас уничтожит его, да? Нет? Не стал. Это мне на руку. Так, у нас есть кукол... Тихо, что он там будет делать? Антигерой. Не, парень, ты даже об этом и не думай, пожалуйста. Даже об этом и не думай. Плюс одна единица энергии у нас становится в плюсе. Плюс я еще вот так вот сделаю сюда вот кукурузку поставлю. Еще три урона в лицо. Так, каменный подсолнух. Нет, вот это ты зря это делаешь. Ты думаешь, я тебе позволю, что ли? Нет, конечно. Так, а что у нас кукуруз делает? Команда, при использовании сверху зомби получает -1, -1. Ну что, 14 хп уже осталось у этого бесячества. Как-то он меня удивляет, он обычно... Ох, какой прекрасный, ребята. Два удара делает вот этот вот банана-динозавр, так его можно назвать, наверное, да? Все растения получают +2, +2. Погнали. Круто. Я не знаю, кто отсюда вылупится. Угу. Прочерк, да? То есть... Смотри, что делает. А как он переместит... Зомби получает... Что получает зомби? Сейчас в лицо прилетит. Да, друзья мои, вот так вот сделал он хитренько. Ну, а мы с тобой смотрим, что он дальше тут. Так, теннисистка. Так, подожди. Мы можем вот так вот сделать. Поехали. Все зомби получают кровожадность. Блин. Ладно, хорошо. Да, мы несем с вами потери, друзья мои. У него с картами пока все очень хорошо. Давай сделаем вот так вот. И вот так вот. Посмотрим. Угу. Переместил, да? Тут еще из бомбочки, чувачок. Да ты достал надгробие...
Кого он там поменяет? Минус. Слушай, ну у него по картам, ребята, преимущество. Ты это сам прекрасно видишь. Солнечная энергия, это, конечно, все хорошо. Но зачем она мне нужна в данный момент, если я не могу даже этим воспользоваться? Все растения получают к атаке. Ну давай посмотрим, что он там сделает. Кто у него там с бомбочкой? А что он делает? Он все наносит? А, один урон себе? Смотри, что делает. Рикошет убирает мне еще, а? Достал он, а? Ведь серьезно говорю. Дайте мне нормальную карту, пожалуйста. Дайте мне добор, в конце концов. Лишь, ну, что в этом роде? Антигерой, да конечно, ага. Такой да, наивный, я прям, я офигею. Мне надо, чтобы кто-нибудь у меня нормальный тут. Опять рикошет, ты да, за, доколебал, блин, уже. Четыре в лицо сейчас прилетит, ты прикинь. Окей, так, 3-7. Ох, хо-хо-хо-хо. Ну, у него, конечно, у него все есть. У него прочерки есть. Прочерк это пробивает. Ты понял, что он делает, да? Ну, кто кого, мы или, нас? И? О, друзья мои, что я тебе могу сказать? Если у нее нет, не будет сейчас какой-нибудь супер-пупер там имбы, то мы его расписали. Да-да. Мы его расписали. Сейчас посмотрим, уберет кого-нибудь? Нет, пока бесячится-то. Он действительно меня бесил, взбесил и будет бесить. Но мы его разобрали. Мы победили, друзья мои. Угу. Ну что, еще одну битвочку, да? На дорожку, так сказать. Поехали. Что он там придумывает? Чтобы понять телепортацию, нужно много мозгов. Что само по себе уже странно. Остановите его, пока он не набрал кучу зомби-студентов. Ага, вот он. Он решил за счет зомби-студентов набрать мозгов, чтобы включить свой инструмент, свою эту машину телепортирующую. Так, вот этого меняем. Неплохо. Этого тоже заменим. Слушай, ну, в принципе, найс. В принципе. Ну, посмотрим, с чего начнется все. Так, у меня, естественно, ничего нету. Мне нужна энергия, ребята. Блин, создаю случайного зомби. Ну и кто? Вызвал, блин, а? Вот у него всегда так, ребят. Вот у него всегда так. Вот смотри, я сейчас буду выставлять. Угу. И у меня нету, да? Или подожди-ка. Зомби получает минус 2, минус 2. Зомби получает минус 2, минус 2. Но мне, по идее, вот этот вот не нужен, потому что он будет усиливаться. Сейчас в лицо нам прилетит. 3 урона. Еще у него 3 карты. Ну, 4 будет сейчас. Ход зомби. Надгробие он вызывает. Так, я, значит, делаю, ребята, вот. Так, подожди. Грибок. Вот так вот я сделаю, да? Не знаю, уничтожит, не уничтожит. Посмотрим. Что нам выпадает? Так, получает минус 2, минус 2. Ой, минус 1, минус 1, да? Погнали. Они все на земле? Окей. Кто у нас сейчас появится? Покажи мне, пожалуйста. Что это такое? Косточка астракада. Начало хода превращается в астракада. Без понятия пока, если честно, что это за астракада. А я сделаю вот так вот. И будем здесь с тобой рассаживать растения. Он астронавта вызывает. Что-то ему эта косточка, видимо, не очень нравится, да, я так понимаю? Не очень он был доволен этим астракадом. О, вот. Вот это мне как раз и нужно было. Правда, поздно, конечно, мы с вами получили это. Но лучше поздно, чем никогда, верно? Смотрите теперь, что мы с тобой будем делать. Ход зомби, что он там выставляет? Красоте. Чего? Так. Выставляем, конечно. Ой-ой-ой, смотри, сколько всяких маленьких грибочков мы с собой наплодили. Значит так.
Все растения получают плюс 2. Это нам нужно. Вот так вот. Теперь. Блин, я не могу что ли сделать? Хорошо, давай так сделаем. Надо было вначале грибок, наверное, высадить, да? А потом уже увеличивать растения. Что-то я, как всегда, не то делаю. А ну-ка. Нормуль. Смотрим, что дальше он там будет сейчас выделывать. Мне бы, конечно, подхилиться. Вот я, грубо говоря, на волоске тут живу. Ход зомби. Что он там делает? Надгробие. Он делает надгробие. Я сделаю... Блин, вот это меня раздражает. Давай вот так вот влепим. Плюс вот так вот надгробие. И вот так вот. Че, ребят, смотрим? Ага. Так, что там размещает зомби-астронавт? Ну, в принципе, ладно, это терпимо. Здесь обмен, да, будет? Минус. Так, тут минус. У него две карты, не забывай, осталось. А, он перед смертью вызывает себе еще карту одну. Понял. Так, и тут тоже минус. Сейчас мы с тобой еще шампиньончиков здесь понасажаем. Не волнуйся. Плюс два солнышка. Так, посмотрим, что он сейчас будет. Оу, банан еще у нас тут вылупился. Так, во-первых, сажаем росточек. А? Круто? Круто, ребята. И вот так вот мы с тобой сделаем. Так, и давай вот так. Мы вообще тут все, полностью территорию захватили. Ништяк. Но карт у меня нету, к сожалению, ребят. Наносит 2 единицы урона. Поменял, да? Чего? Он всех поуничтожал, ты прикинь. А кого он сюда хочет поставить? Никого. Дайте мне растение, пожалуйста. Далее. Кто это там прискакал? Какой-то боб. Вот растений. А у него что, нету никого, да? Ну ладно, тогда атакуем. Размещает астронавта. Слушай, я его уничтожу сейчас, этого астронавта. А, я не могу. Я не могу, к сожалению. Бам! Бам, отлично. Так, уничтожаем мы с тобой. О, прочерк есть. Вызывает карту опять. Опс, опс. Вот это вот, нам не нужно здесь. Вот эти вот фокусы твои. И прочерк поставим. Не-не-не-не-не, парень. На-ка. Так, мы хильнулись с вами. Это уже большой-большой плюс для меня. 11 хп уже, можно немножко булочки расслабить. Расслабить. Так, что он тут? Угу. Давай-ка мы с тобой... Вот, подожди, я не могу. Не могу, ребята. Только вот так вот, если... Да, жалко, конечно, что фасольку мы... Или фасолька, или морковка, я не могу понять. Да ладно, он еще вытягивает еще 2 карты себе. Ты представляешь, как ему сейчас... Ему просто фартануло. Ну? Давай. И последний, ребята, последнее приготовление у нас с вами. О, кабачок. Слушай, кабачок, в принципе, это хорошо. Кабачок у нас может атаковать босса или нет? Нет, к сожалению. Ну что, последний удар ему остался. Если он не заблокируется, а он не блокирует. Все. Хе-хе. А я доволен, как удав. А я доволен, как удав. Потому что у нас очень все хорошо получилось. Что может быть лучше, а, ребята? Да ничего. Вот еще 10 гемов в карманчик мы себе положили. Фух. Так, нежданчик. Уничтожьте 4 зомби при помощи приемов. Да. Ну что, друзья мои, на этой ноточке, я думаю, что стоит, наверное, закончить эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А мы увидимся уже в следующем видосике. Так что, всем до скорого и пока.